Юлия Савченко, молодая мама, стюардесса, общественный деятель, мастер спорта по легкой атлетике, учитель физкультуры и лауреат вокальных конкурсов. Встречаем на сцене Юлия Савченко, команда «Русский Крым». Поддержим громкими аплодисментами! Ну, Зоя еще не сказала, я чуть-чуть похвастаюсь. В 2016 году я стала самой профессиональной стюардессой мира. Ты нашли, и до нашли, он тебе шло.